Всем привет! С вами канал «Все о планшетах» и тема сегодняшнего видеоурока – Bluetooth затвор для камер на Android. То есть, если мы столкнулись с необходимостью, что нам нужно сделать снимок на каком-то расстоянии, находясь от нашего, собственно, смартфона или планшета, то вот как раз об этом мы и поговорим. Ну, конечно, на сегодняшний день один из самых распространенных методов выполнения таких снимков является монопод. Однако у этого монопода, собственно говоря, есть некоторые и минусы. В частности, один из них это то, что, собственно, монопод нужно приобретать. И второй минус это то, что расстояние монопода, длина монопода, как правило, не превышает 1,5 метра. А чаще всего и того меньше, и таким образом, если необходимо сделать снимок на каком-то большем расстоянии, то уже монопод для этого не подойдет. Но проблему можно решить с помощью приложения под названием Remote Shooter Camera. Ну, кроме самого приложения, нам еще и понадобится Bluetooth гарнитура. Но если вы Bluetooth гарнитуру регулярно используете для своего планшета и смартфона, тогда вам затрат практически никаких и не понадобится. Нам необходимо первоначально произвести сопряжение нашего планшета или смартфона с нашей Bluetooth гарнитурой. И после того, как мы уже выполнили сопряжение, мы можем использовать данное приложение. Это приложение находится совершенно бесплатно в Google Play. Его можно скачать и установить. Делается это очень просто. Я это уже сделал. И после того, как мы установили это приложение, нажимаем кнопку «Открыть» и запускаем приложение. Это приложение имеет вот такой вот вид. Прежде чем мы приступим к, собственно, его работе, перейдем к настройкам. В настройках мы можем выбрать разрешение камер, которые мы будем использовать, ну и некоторые другие моменты, которые можем подстроить под себя. В частности, включить или отключить вибрацию, звук и так далее. Если мы выполнили все необходимые настройки, то переходим в главное меню, где нам необходимо перейти к пункту «Войти в камеру». Мы переходим к этому пункту, и здесь, собственно, все очень просто. Мы устанавливаем камеру в том положении, в котором нам необходимо сделать наш снимок, и дальше мы просто нажимаем на мультимедийную клавишу на нашей Bluetooth гарнитуре, которую мы заведомо уже сопрягли с нашим планшетом или смартфоном, и таким образом у нас будет выполнен снимок. То есть вот мы нажали спуск, и снимок произошел. В самом углу приложения, как вы видите, есть кнопочка переключения камер. То есть если нам необходимо переключить с основной камеры на фронтальную, то с помощью этой кнопки можно это все сделать. После того, как мы выполнили снимок, если мы хотим его просмотреть, нам достаточно нажать вот здесь кнопочку «Открыть галерею», и у нас появится здесь список всех снимков, которые мы делали с помощью этого приложения. В частности, вот наш снимок, который мы только что сделали. И мы можем просмотреть, что это за снимок, и в случае необходимости сделать его по новой. Собственно говоря, вот это вот и все, что касается вопроса, как сделать, как использовать Bluetooth гарнитуру в качестве Bluetooth затвора на Android. С вами был канал «Все о планшетах». Всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.